Игорь Бутман и Леонид Агутин приедут в Иркутск. Артисты станут хедлайнерами первого всероссийского молодежного фестиваля-форума «Ангара Джаз». Он пройдет 13 и 14 июля на нескольких площадках Архитектурно-этнографического музея Тольцы. Участниками фестиваля станут 110 молодых музыкантов. До 9 июня все желающие могут подать заявки на официальных страницах «Ангара Джаз». Билеты также можно приобрести на сайте фестиваля. Очень важно, что мы хотим еще пригласить несколько продюсеров различных фестивалей для того, чтобы эти музыканты, заняв какие-то призовые места, могли уже продолжить свои выступления на других площадках, на концертах, на фестивалях. Мы со своей стороны создадим всю инфраструктуру, мы создадим организованность, мы создадим дополнительную культурную программу, чтобы люди не только посетили этот фестиваль, важный, наверное, в каждой жизни, но и посмотрели Байкал, посмотрели жизнь и быт иркутян. Иркутяне сегодня готовы принять большое количество молодых музыкальных специалистов.